За что задержаны? Не знаю. Варианты есть? Ну, сигнализация сработала. Противоправной деятельностью занимаетесь? Нет. В направлении находится уголовное дело, возбуждено по части 3 статьи 10.42 Уголовного кодекса, где расследование установлено. Сколько адресов это? Сейчас скажу. Список адресов, правильно я понимаю? Нет. Ну... Не, кто проживает где? Угу. Да. А вот этот. Устанавливал камеры видеонаблюдения на адресах Шекснинская, 64, Лавочкина, 10А, Хорошева, 10А, Селенгинская, 16,